Здание агротехнического колледжа поселка Аршалы. Идет размещение водителей и пассажиров эвакуированного автотранспорта. Идет регистрация. Получается, люди регистрируются. Все прошли регистрацию. Получается, здание рассчитано на 40 койко-мест. 40 койко-мест. Сейчас я кухню сниму. Имеется вот такая вот кухня для чаепития со всеми посудами. Вот такие вот комнаты. Тепло, люди не жалуются, люди довольны. Вот также вот такие вот комнаты размещены, тепло, имеются койки. Аналогично вот размещались, пьют чай люди. Валикум салам. Спасибо.